А как мне преодолеть страх к совершению действия? Воспитывать в себе мужество через определенные поступки, через определенные практики. Этих практик вполне достаточно. В каждом мужчине живет мужество, живет воин, живет дух, дух пробуждения и дух победителя. Его нужно пробуждать и нужно в себе воспитывать. Для этого существует достаточно много технологий. От простого умения, от простой практики концентрации на огонь, там, или, например, на солнце, то есть набор огненной стихии в свою природу, до приучения себя к ситуации, что ты все время действуешь, принимаешь решения и совершаешь поступки. То, что ты делаешь постоянно, становится твоей привычкой. Если ты привык принимать решения и бороться, то ты сам воспитываешь в себе те качества, о которых идет речь. Для этого много разных техник, и они связаны не просто с поступками, но и с очищением, с пониманием и с пробуждением чистой природы. Мужчине достаточно чистой природы, чтобы быть воином и быть целенаправленным. Но чтобы пробудить и очистить эту природу, людям, как правило, требуется время. Если кто-то не рожден изначально воином, то он может быть им стать, исходя из собственного намерения. Существует много технологий, и ты их найдешь, если захочешь. Для тебя важно понимание, что тебе нужно набрать себе энергию воли, энергию огня, энергию силы, энергию целеустремленности через правильно проявленное намерение. Все начинается с того, когда ты ставишь себе задачу и формируешь намерение стать таким-то либо таким-то. Как только ты обретаешь намерение, под это намерение начинают притягиваться люди, информация, технологии, которые тебе это пробуждают. Если ты сильный, если ты целеустремленный, если ты постоянно практикуешь вещи, которые усиливают твой дух, то это качество начинает приходить само, а в определенный момент становится частью твоего характера. Для этого есть специальные технологии, просто обрати на них внимание. Если ты просто направишь свой взор в этом направлении и будешь делать постоянные движения, это будет в твою жизнь приходить само. Есть страхи, которые можно очистить через, например, медитацию, через дыхание, через концентрацию на огонь, то есть вычищение себя через эти процедуры. А есть что-то, что выражается только через поступки и через правильно поставленную задачу и постоянное следование поставленной задачи. Это технология, которую ты можешь принять в свою жизнь, если поставишь ее в план.